Молитва оптинских старцев на начало дня. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Твоя святая воля. Во всех моих словах и делах руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и никого не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его. Руководи моей волей и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех. Аминь.